Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Трэшера. Друзья, пока я был в другом городе, то есть определенно в Кирове, где проводилась трансляция чемпионата мира, вы не сдавали обороты на канале. Когда я уходил, было вроде 270 тысяч подписчиков, но сейчас даже неделя не прошла, 280 тысяч подписчиков. Но это еще не все, вы только посмотрите, сколько тут лайков. 24 тысячи лайков, Карл! Как вы это делаете, я не знаю, друзья, но я вам очень благодарен за такой актив. Знаете, просто хочется каждый день для вас выпускать вот эти видеоролики, когда я вижу от вас вот такой вот актив. И я считаю, что я за неделю успел успешно отдохнуть. И теперь мы возвращаемся с новым контентом, с новой волной хайпа на YouTube. Ну что ж, друзья, добро пожаловать. Сейчас, прямо сейчас, каждый ставит сюда лайк на этот видеоролик и подписывается на этот канал. Ведь у нас будут выпускаться каждый день видеоролики. И чтобы не пропускать стримы, обязательно нажми на колокольчик. Все, с тебя лайк, подписка, колокольчик, ну а мы погнали к видеоролику. В сегодняшнем видеоролике, друзья, я играл вместе с табуретом и сладким против... Поначалу мы играли против 25 девушек. И... Нам, не знаю, я не буду спойлерить, что нам удалось, блин, это было настолько хардово, я просто не знаю, как вам передать это. Это вам нужно попробовать. Сейчас я, друзья, буду вам показывать моменты с трех раундов, где мы там играли, и я думаю, вам понравятся вот эти жаркие моменты. И я вам желаю приятного просмотра. Ай, блин, что вы делаете? Кто проживает на дне океана? Трэшер, штанов. Ну, в общем, друзья, второй раунд, и в этот раз мы решили прыгать на часовую прямо сразу.
в жаркие места. Посмотрим, попытаемся отсюда залутать и вернемся уже, когда мы встретим девчат. Ну, летят. Я не знаю, но много летят. Нормально так. Ну, вместе держим? Ох, сколько их. Уже вернулись, ребят. Я надеюсь, это не будет ошибкой. Сразу. Да, меня уже сбили. За мной бегает кто-то. Ой. Что у меня происходит, вы бы увидели. Давай, Паша, давай, густ. Надо надевать ноги. Согласен. Ты чё, броню не забрал? Ребят, это Unreal, давайте еще разок. Тут внутри по-любому. Вон. Положил? В смысле? Еще одна там. О, подняли. Давай, поднимай. Сбегай, а? Все, минус один. Сладко у тебя будет. Хорош! Ну, хоть что-то, ребят, мы сможем, наверное, затащить. Да. Так. Сколько киллов? Один. Два. Четыре. Броник падает. Что за тишина? Тишина. Ну, броник, благо, нашел первый. Осталось полтора склада. Опа. Где на бутылец? Да. Вот здесь вот на меточке. Конечно. Здесь фига. Дрон их спалил. А, на том лабутане, я понял. Да. На каком? А, у вас, что ли? Да. Я тут под пиком чекаю. Я тоже чекал. Чё, Мага, сколько нужно лайков набить, чтобы рубрику продолжали? Эту, что ли, или покруче сделаем рубрику? Помнишь, как ты говорил? Да, сделаем что-то покруче. О, вон там. Конечно, для подписчиков все получше будем делать. 20 тысяч лайков набираете, ребят, и выходит бомбезная рубрика, которая понравится всем, в том числе и мне, и вам. И сладкому, и табурету. Сладкому. Особенно сладкому нравится. Ух, хат куда? Положил там. Спасибо. Не дайте им поднимать. Там же внизу тоже были, да? Это твои друзья, сладкие. За камень убежала. Сзади еще кто-то. Хорош. У меня есть теперь на Е. Вон за вышкой. Все. Так, еще трое девчат. Та-ра-та-та-та. Ребята, набираем 20 тысяч лайков. Подписываемся обязательно на канал. 300к должны набрать по-быстренькому. 300 это слишком легко для них, а 300. Да, 300 это чуть легко для тебя, блин. Ну не говорите так, блин. Я ставлю цели немножко, но быстро я, наверное, иду к ней. У тебя уже 280 почти. Ну это много. Ну так. А у тебя к Новому году еще месяц и неделька. Даже две недельки вроде.
Так что, блин, должны набить 350к. Прикинь, до лета следующего года. Нуля там лям. Полмиллиона. Ой, какой лям. Обгонишь жабу. О, вот это можно. Чё, ребят, будем его обгонять? О, нашел. Курятники. Курятники сидят? Угу. Закури. Так, подожди, это не курятник. А, они разделились. Они тут на починках, короче говоря. Ой. Минус. Пошлая. Пошлая, молли. Ой-ой-ой-ой. Что, не, ну это бесполезно уже. Пока мы приедем, уже вообще. Нет, побыстрее проезжайте. Приедем. вижу. Это так. А, еще тут была она где-то. Бегает. А, вот. Ну, это моя уже. А, на лабутен заходит. Ой-ой-ой-ой! Охренеть! Тупо девушка одурила меня, околдовала меня. Да она сейчас солет. А, нет. Это космик была. Я... А, она жива еще. А как она? Я понял. Она спрыгнула. Да ничего не вижу, с ней помогу. Встречай внизу ее, это бред. Блин, меня убили, ну как так-то? Ой-ой-ой. Давай, добивай. А, все. Ой, блин. Что это было? Вообще, блин, шансы не оставляет на победу. Вообще шансы не оставляет. Она как умерла? А, она отцовная, наверное. Да. Я накоцал. Коцнул вообще жестко. Да. Все. Итак, друзья, ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо огромное за просмотр. Если вы хотите продолжение топовой рубрики, не этой, а вообще будет лучше, лучше еще рубрика, поставьте лайк, 20 тысяч лайков набираем, и выходит следующий ролик. А с вами был Трэшер, Табурет и кто ты? Сладкий. Всем пока-пока.